маленькие крабики бегают на берегу острова Кочан. Вот мы приехали на остров Кочан. Замечательная прозрачная вода, пляж. Инга, хочешь сказать на видео что-нибудь, да, об острове? Да, я люблю крабов. Это мои братья. Классно. И твои тоже. Да, потому что мы вот по зодиаку раки. А ты гордился. А ты как гордился. Вон они бегают, бегают. Мию, мию. Знаешь, они мне напоминают, как из компьютерных игр. А-а-а. Где там они, как это сказать, ну такая синхроника какая-то в движении. Угу. Видишь, как только к ним подходишь, они сразу... О! Бегают. Да, прячутся. Как тебе водичка тут? Водичка как водичка, Камбоджа как Камбоджа. Помнишь, я тебе рассказывала? Да. Про Камбоджу мы искали. Зашли в агентство, и парень такой сидит, унылый. Унылая Б, короче. Продает туры, называется. Мы его спрашиваем. Так хотим Камбоджу с таким позитивом. А чё Камбоджа? Ну, с таким хохлядским акцентом. Камбоджа как Камбоджа. И эта шутка вошла вообще в нашу жизнь. Мы приехали в Камбоджу, и уже вообще Камбоджа не как Камбоджа. Камбоджа! Какая она, Камбоджа! Клёво. Ой, какой красивый. Да, очень красиво. Я понял, ты его хочешь купить. Да. Но она тут не купила. Давай.